Ну что, ну здравствуй, мой юный друг. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Привет, Андрей. Мы рады всех приветствовать на Siberian Power Pro Show, самом масштабном спортивном мероприятии по бодибилдингу в России. Мы находимся в гостинице «Сибирь». Турнир будет проходить в Гранд-холл «Сибирь». Мы приехали в Сибирь, и турнир называется столь же символично «Siberian», что в переводе означает «Сибирь». У меня на самом деле, вот я сейчас это говорю, у меня уже мурахи бегут по коже, потому что я по своему происхождению сибиряк. Все мои родственники родом из Иркутской области. И для меня очень символично приехать именно сюда, на этот шикарный турнир с одноименным названием. Я сижу в этой гостинице, и не выходя из этой гостиницы, я уже окажусь в Гранд-холле «Сибирь» и смогу поддержать свою команду на этом престижнейшем мероприятии. Так радушно меня не встречали нигде. Это реально очень круто, масштабно, грандиозно, приятно. И это находится в нашей стране. Это так здорово, что турниры такого уровня могут проходить на территории Российской Федерации. Не где-то в призрачной стране, это у нас дома. И турнир набирает такие обороты, что ряд стран хочет приехать, потому что Siberian имеет международный статус. В свете последних обстоятельств ряд спортсменов из других государств, к сожалению, не смогли к нам приехать. Но сборная России была готова оказать самую настоящую конкуренцию на этом, еще раз повторюсь, просто офигенном турнире. Это сцена мирового уровня, это лучший свет, это настоящая конкуренция, это возможность понять уровень своей подготовки, потому что сюда приезжают лучшие из лучших. Это не проходной турнир. Для большинства топовых спортсменов России это основной турнир. Siberian и чемпионат России. Все остальные турниры проходящие. Потому что для кого-то это будет единственный турнир. Я сейчас имею в виду спортсменов категории, спортсменов дивизиона Elite Pro. Единственный турнир, на котором они смогут принять участие. И отрадно, что на территории Российской Федерации этот турнир есть, потому что немало ребят и девчат получили статус Elite Pro. И как им быть? Здорово, что Siberian дает им прекрасную возможность реализовать свой спортивный потенциал. Денис — это человек, который просто бесконечно любит наш вид спорта. Это настоящий фанат бодибилдинга. Да, это в прошлом сам спортсмен. Это человек, который этим живет. Но сложно найти слова. Слова благодарности, слова восхищения. Потому что провести такое масштабное мероприятие может человек, только который... Может только тот человек, который по-настоящему любит наш вид спорта, потому что все, что здесь, это не про деньги. Я не знаю, на чем можно окупить этот турнир. Его можно проводить только по большой любви. Все. У меня больше нет объяснений. Но основная масса будет впервые. Привез я сюда порядка 20 человек, и здесь есть и первоходы. Есть кто уже не первый сезон выступает, и основная часть команды также здесь присутствует. Поэтому такая вот, такой сборный вариант всех представителей Муштанов Тим. Ну что, дорогие друзья, в разгаре количество участников просто зашкаливает, но в данном случае участниц. Конкуренция просто сумасшедшая, и мне интересно, кто победит или что победит. Молодость или опыт? Фейс или тело? Что будет в приоритете? Какие тенденции будут в этом году? Будет ли похоронный марш фит-модул, когда все выйдут в черном? Да. Будут ли пайетки а-ля Анапа 83-й год?
это все и многое другое. Это просто вызывает безумный интерес. Но я уверен, что это будет красочное шоу. По предварительной оценке, большинство в форме. Поэтому ждем начала мероприятия. Для Насти это единственный турнир, как я сказал ранее. Для ряда спортсменов это единственный турнир. Поэтому все силы Насти Золотой были брошены на подготовку к Сибири. Вот. У меня фрустрация от всего происходящего. Неоправданное ожидание. У нее такая же история. Были бы танцы, я бы проиграла. Ну что, Настя, здравствуй. Привет. Добро пожаловать в Красноярск. Ура, да. Второй раз я на этом шоу и просто офигеваю. Каждый раз офигеваю от масштаба событий. Я начала готовиться в конце января. Заболела короной. Жестко. Омикроном, скорее всего. И из-за того, что я жестко переболела, мне, конечно, все сказали: Настя, не готовься. Те, кто вот спортсмены уже готовился, типа, будет тяжело, ну, форму может не слушаться. Я такая: ну, рискнем. И как бы посмотрим, на что я нарисковала. Такого масштаба мероприятия их просто нету. Нету. Ну и призовой фонд для спортсменов хороший. Что по образу, купальнику? Все новое. Секрет. Все новое. Ну, меня уже спалили по ноготочкам, поэтому можно погадать. Данный протурнир собрал все сливки отечественного бодибилдинга. Это будет очень интересно. Особенно я жду супер тяжелый вес. Это самая престижная категория. Это самая сложная и самая интересная категория. Потому что ребята приехали просто в шедевральной форме. Фитнес-индустрия развивается, появляется конкуренция, и просто в определенный момент их становится много, высокого уровня, они постепенно, видно, уровень как бы повышают. Их становится достаточное количество, чтобы на сцене мы их заметили. То есть вот они подросли до уровня, и все вдруг одновременно посчитали, что пора выходить. Ну, предположение, не знаю. Так совпало. Я думаю, что да, это циклично. То есть, если посмотреть, вспомним времена там Голубочкина, да, Макшанцева и вот остальных, их было много, и потом они все завязали, и как раз никто не пришел просто на смену, да. А сейчас пауза, вот, да, какая-то? Да, и сейчас подросли, я думаю, всегда так. То есть, если посмотреть там года через три, я думаю, опять будет просадка, опять никого не будет, потом опять кто-то появится. То есть, в наших силах уровень пытаться поднимать постоянно. Каким ты видишь Сибирин Пауэр-шоу через 5 лет? Одним из топовых турниров, который может, в принципе, конкурировать на одном уровне с европейским Арнольд Классик. Там собирается такая компания, за которой интересно наблюдать всему железному миру. Всему нашему железному сообществу на этом турнире будет очень интересно. Все фанаты бодибилдинга будут прикованы к экранам. Это 100%. Это как в старые добрые времена. Это не когда там, знаешь, 1.5-2 землекопа вышли, вышло 5 человек, трое не в форме, один недосушенный, один более-менее ничего. Здесь все в форме, все досушенные, все действительно вот прямо настоящие тяжи, с хорошим опытом, с хорошим стажем, которые одновременно объединились во времени и в пространстве под названием «Сибириан». Это будет реально очень круто. И этот турнир будет запомниться всем на долгие годы. Ну что, друзья, сейчас мы идем в Святая Святых. Пошли. Сейчас вы узнаете, где все будет. Посмотри. Ты посмотри. И солнечный свет. И не выходя на улицу, мы сейчас пройдем в Гранд Холл Сибири, где увидим ту самую волшебную сцену, на которую мечтает попасть каждый атлет нашего железного спорта. Пойдем. Вы только посмотрите. Это просто коридор. Это даже не место проведения, это просто коридор. Я микроб по сравнению. Просто микроб. И это мы даже еще до сцены не добрались. Ну что, друзья, это Святая Святых.
Главная сцена Siberian Power Pro Show. Здесь мечтает оказаться каждый и каждая. И буквально завтра они выстроятся здесь. Лучшие спортсмены России и близлежащих государств на единой сцене Siberian Power Pro Show. Смотрите, насколько она масштабна. Какие огни, какой зрительный зал, какой простор, какие софиты. Это такой кайф быть здесь. И буквально завтра самые яркие представители нашего железного спорта выстроятся здесь в одну колонну и будут удивлять всех своей шикарной формой, потому что на этом турнире по-другому быть не может.